Всем привет, ребята! С вами я, Коля, и сегодня я оказался на карте Грэнни 3. Да-да, ребята, мы сегодня будем троллить бабку Грэнни на ее новенькой, свеженькой карте Грэнни 3. И, ребята, я попрошу вас вначале обязательно поставить лайк, подписаться на канал и, конечно же, написать в комментариях, кем мне еще стать, чтобы потроллить бабку Грэнни. Ну а сегодня, по вашим просьбам и советам и рекомендациям, ребята, я решил стать как раз-таки Дим Димычем из фиксиков. Если ты хочешь получить эту супер-классную и крутую машину, которая умеет плавать под водой, перемещаться во времени, летать, то тогда просто поставь лайк и подпишись на канал. И когда ты это сделаешь, она обязательно появится, я не шучу. Просто поставь лайк и подпишись на канал. Да-да, ребята, смотрите, какой Дим Димыч из фиксиков у меня сегодня есть. И, короче, мы сегодня будем троллить бабку. Ну, а как оно пойдет, по-доброму или не по-доброму, ребята, все зависит от бабки. Как вы знаете, ребята, Димыч это из фиксиков как раз-таки мальчик. Вот, ну, а фиксики это великие чинилы. Бабка уже, может быть, и знает, короче, что-то про фиксиков. Но главное, ребята, это не то, что она что-то знает, а то, что будем делать мы. Мы, ребята, будем с ее домом, прямо вот тут вот рядом с забором, точнее, строить себе дом. Вот, этот, конечно же, территория не ее, и посмотрим, это будет она возмущаться или нет. Ну, а дальше посмотрим. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. Кто это там разорался, я не понял. А кто такие фиксики? Кто такие фиксики? Кто слышишь, такие ты? Фиксики? Ты кто такой? Тынь-тынь-тынь-тынь. Ты чё к моему забору тут представляешь, слышишь ты? Это бабушкин забор, ясно? Здравствуйте, бабушка. До свидания, и дорожка, это тоже бабушкин забор? Нет, по документам забор ваш, извините, я сделаю его так. По документам, сейчас у тебя головы не будет, ты чё? Вы мне, пожалуйста, не грубите. Ах, не грубите, я тебе сейчас могу... Но если я вам нарушил вашу дорожку, вот, то я могу вам заплатить. Почем? Почем? Но я вам могу предложить что-то редкое. Давай, предлагай, потом будешь... Хотите тушеного кролика? Это что, редкое? То есть сам жри свою крольчатину. Ладно, ладно, хорошо. Сейчас я вам предложу кое-что получше. Давай, или давай чеши отсюда лучше. Смотрите, вы видели такую лучше морковку? Ой, а что это, она гемодифицированная? Нет, это просто такие виды. Фиксики выращивают. Я же Дим Димыч из фиксиков. А я ее посадить смогу? Сможете. Смотрите. Так, сейчас проверим. Там 4 вида. Вот выложите давай их вот так вот. Я вам покажу кое-что. Нет, мне надо посадить. Красное, в общем, это для плохого настроения. Точнее... Что? Нет, я ошибся от плохого настроения. Ты меня сейчас уже бесишь. Что такое? Ты можешь мне сделать гряду? Грядку? Да. Я хочу посмотреть, они будут расти или нет. Конечно, сейчас сделаю. Вот какой ты долгий, да? Так. Давай быстрее. Сейчас, пожалуйста. Так, ну-ка. Твоя морковь не растет! Так потому что она-то... Да ну это не так же делается. Ты ж ёперный, ты балет. А это не так делается. Берется обычная морковка и добавляется в рецепт как раз-таки различные примеси. А рецепт где мне взять? Рецепт? А это надо спросить у Нолика, я не знаю. А кто такой Нолик? Нолик это самый главный... Нет, он чинил, у него все расписано. Я знаю. Хотите, он придет к нам? Хочу. Сейчас я беру в руки телефон. Так. Сейчас. Так, а как телефон? Ну, короче, дайте пока телефон, я сейчас все сделаю. Ой, господи. А ты не украдешь мне его? Не украду, куда я денусь. Ну, ладно. Так, сейчас. Ты телефон украдешь, нет? Подождите, я сейчас вам... Я его сейчас позову. Так. Давай. Ага. Так вот видите, тут написано очередь. Мы не в очереди, потому что у него заказы только если что-то сломалось. Скажи, что у меня сломалось, что вот у тебя... Сейчас все сломаемся, сейчас. Сейчас все будет. Ну, давай. О, ты что творишь, теперь мы это фотографии, спокойствие, только спокойствие. Слышишь ты, фотографируй, я тебя сейчас сфотографирую, закопаю этот асфальт. Подождите, сейчас мы все сфотографируем, и я его... Успокой. Так, Нолик, это тебе задание. О, он нас в очередь поставил. Какую очередь, я тебе сказала, мы... я делаю, пока бабушка тебя за мама в очередь мы... не поставила. Мы 589-й в очереди. 589-й? А хочешь быть первым? А, ну ладно, все, тогда чиню. Я тебя спрашиваю первым быть. Нет, так нам Нолик нужен или не нужен? Не нужен нам Нолик, нам нужна вот эта земля нормальная. Все, хорошо, тогда заделываю, что? Ты вообще что тут
вся. Ну вообще-то, я здесь разрабатываю кое-что. Что это что? Кое-какой секретный механизм. Какой механизм, бабушки? Мне надо все знать. Это вообще. Ну, мы с Новиками поспорили, что если я за месяц смогу разработать такую вот комнату, в которую заходишь и можешь оказываться в других измерениях, то Нолики мне всю жизнь будут бесплатно все чинить. Какие Нолики? Ну, фиксики в смысле, ну. Я уже с вами заговариваюсь. Ну ты меня тут давай не путай, я уже запуталась. Какую комнату? Ты чё чешешь? Комнату. Бабушка, вы тоже хотела иметь такую комнату? Поэтому мне надо все делать. Чё всё-то? Комнату. Давай делай, я хочу в другое измерение. Все хорошо, тогда я пошел работать. Так, быстрее, я хочу проверить это все на себе. Ладно, это будет очень высоко. А как мне выбирать измерение, можно? Мне измерение алмазовое, пожалуйста. Оно рандомные места это, закидывает. Какие? Рандомные. Это что значит? Ну, вот последний раз мы с Толиком поспорили, я Нолика отправил в мир какашек. Слышишь ты? Если бабушка окажется в мире какашек, тогда твой мир вообще из какашек вылазить не будет. Понятно тебе? Ну, вы зря так говорите на самом деле. Я тебе сразу говорю, так сказать, на берегу, что тебя ждет, если бабушка попадет куда-то не туда. Да, а еще говорят, что это фиксиков нельзя злить. А мне пофигу. Я кого хочу, того и злю. Бабушка, создана, чтобы злить всех. А знаете главный секрет фиксиков? Понятия не имею. А знаете, что такое помогатор? Понятия не имею. Помогатор — это такая вещь, которая раз и все чинит сразу. Да? И да. Где эту взять штуку? Ну, эту штуку есть только у фиксиков. Так тащи их сюда, значит. Кого, фиксиков? Конечно. Так я же говорю, в очередь это надо. Я у них... Хорошо, сейчас позову, снова в очередь сейчас будем вставать, ладно. Слышишь так. Ты? Да, хватит! Ах ты, гад, да. Ну все, я тебе сейчас покажу. Нет, ну я вас не понимаю. Строение, значит, вот. Ребята... Хорошо, нет. Сейчас я тебе покажу строение. Нет, ну вы мне скажите, мы ждем или не ждем? Мы ничего не ждем, быстро за делом, я тебе сказала. Так, сейчас я проведу сейчас. Слышишь ты? Чего? Бестолковое существо. О, ладно, ты ладно. Ты что дуришь-то? Чего? Я тебе сейчас очередь под такую покажу, не отсюда, я тебе сказала. Нет, вы не то и динамитом кидаете, вот этим надо кидать, вот так вот. Ты слышишь ты, я тебе сейчас буду... Вот. Ну все. Это было последнее бабушкино. Давайте я вам дверь помогу открыть. Это было... Ах ты гад. Ладно. Сейчас бабушка сходит в свою зельеварку, и кто-то будет жить очень мало. Мало? Ты что, офигел? Ой. Ах так, зелечки мои. Ну ты мой, мои хорошенькие. Ладно. Блин, ребята, я не могу попасть в зельеварку. Так. Ё-моё. Берем. Ага. Так. Ребята. Ну все, тебе хана. А можно... Я тебе обещала тебе хану. Чайхану можно? Ах, чайхану тебе? Хорошо. Да. Ой-ой-ой. Сейчас я тебе все устрою. Ой, пожалуйста, не надо. Сейчас ты мне будешь биться головой об землю. Пожалуйста, не надо. О, меня водичка спасет. Оп. Ой. Мне кажется, тебя ничего. Водичка меня спасет. Посмотрим, как она тебя спасет. Блин, ребята, я куда-то лечу. Ё-моё. Ну ладно, до свидания, я полетел. А, до свидания. Да ты и будешь до свидания. Ты сейчас у меня будешь, знаешь что, головой биться об землю, я тебе сказала. Бабушка тебе это устроит. Сейчас я тебя в лес туда улечу. Блин, ребята, посмотрим. Я куда-то реально лечу. Я посмотрю на тебя. Вы же понимаете? Сейчас ты будешь падать очень больно. А мне не больно. Ах, тебе не больно. А мне не больно. Зелье другое. Сейчас тебе будет очень больно. А мне не будет очень больно. Опа. Сейчас ты будешь... Так, иди сюда. Опа, опа. Сейчас ты у меня получишь. Ой-ой-ой-ой-ой. Иди сюда, дружочек. Ребята, что он так мигает? Что у него в руках, ребята, за зелье? Это же жесть. Покажу. Ой. А вы не попадаете, мне кажется. Сейчас, когда ты разобьешься, я в тебя обязательно попаду. Понятно? А вы не сможете в меня попасть. Понятно? Потому что вы... Ой. Ребята, она что-то в меня сделала. А нет, вроде нормально все. А мне кажется, вы немножко кривая. Так, ты что мне сейчас кормлять думала? Ой. Так, ну все, тогда мне, пожалуй, лучше взять меч, мне кажется. Да. А может, не надо меч? Меч, сейчас я тебе так, покажу. Ребята, пока наберет ты меч. Меня, просто ты мне... Так, ты где? Ой, ребята. Ты где? Где он? Тихо, спрятались. Подождите, он же здесь... А, я на Луне уже! О, пошел чинить луну, нолики, фиксики, все за мной. Так, нет, куда?
подожди, куда он приземлился-то? Аккуратнее, может, тихо. Хорошо, ребята, что я... А я для него подготовила новое отдельное. Где? Слышишь, короче... ты как живец говоришь? Короче, ребята, я пошел прятаться в лесах, а вы меня обязательно поддержите, нажимайте на видео, которое видите на своих экранах, и подписывайтесь на канал. Всем удачки, всем пока-пока, ребята.